казалось, все конец, и дальше нет пути иного. Даже в старой книге есть страница дряхлая, но новая. Навстречу ветру лицом, а время раны лечит. Что мне на обочине это делать, я всегда повстречный. Книга «Шантипрактика» — это итог моих 30-летних тренировок, практики, искания, общения с мастерами. Изложено, я надеюсь, простым доступным языком и поможет любому человеку, который умеет читать, сделать первые шаги без травм, без ошибок, привести в порядок свой режим, свое питание, начать делать первые шаги на пути оздоровления. Не преломи колено, ты поставишь новую судьбу старой на замену. Моя крепость со временем станет прочной, как камень. Моя крепость, тело под моей одеждой. Моя крепость, вера, любовь и надежда. Моя крепость обрушится, если треснет фундамент. Моя крепость, тело под моей одеждой. Моя крепость, вера, любовь и надежда. Посыл книги один, если хоть один человек благодаря ей начнет заниматься и меняться, то мы свою задачу выполним.